Эть, ох, как много уборки, но ничего, справимся. Детский канал «Мультиигрушки» представляет. Я мочалочку возьму и под мышками натру, голову помою я. Всем привет, мои друзья! Ребята, смотрите, сколько у Петровича пены! Теперь я буду самый чистый в нашем городе! Больше пены, больше пены! Петька, ты посмотри, что ты наделал! Твоя пена по всему дому плавает, конфетки разбросаны, вся мебель передвинута! Ну, понимаешь, это все не я. А кто, Петрович, я что ли? Ну, конфетки мой пес разбросал, а мебель, знаешь, сильный ураган был на улице. Ну, а пена, по закону физики, ну, в общем, я залез в ванну, ее вода сдавила, а дальше, ну, ты сам понимаешь. Ох, Петрович, не вешай ты мне лапшу на уши. Так, я пошел за тряпками, а ты наводи порядок. Кто там? Кто это звонит в мою дверь и убегает? Странно. Ой, вы посмотрите, что это за коробка такая стоит? А, это, наверное, посылка для Петровича. Интересно, что же там внутри? Опа! Я веселый, я медведь, я умею громко петь, а еще я суп варю и порядки навожу. А-а-а, полундра! Медведи дом Петровича атакуют! Помогите! Не бойся, Петрович, я добрый мишка. Меня послали помочь тебе с уборкой. Ох, сколько мармеладок! Сейчас все уберем. Эй, мишка, громко говоришка, кто это тебя послал ко мне домой? Ты что, и правду мне поможешь дом убрать? Конечно помогу, Петька, а послал меня твой друг, который с видеокамерой. Ты не переживай, все у тебя будет чисто. Ох, конфетки я люблю, я вас мигом уберу. Ох, как много уборки, но ничего, справимся. Чтобы Петька спал спокойно, мы кровать поставим ровно. Наверное, у тебя, Петрович, много друзей и зрителей. Пользуясь моментом, передаю всем пламенный привет. Мишка, ты еще забыл про лайки. Попроси поставить лайк, и ребята поставят. Что еще за лайки? Лайки у нас в лесу с охотниками бегают. Это такие собаки, смелые и отважные. Вот и порядок. Петрович, твой дом убран. Теперь в нем чистота и порядок. Ой, спасибо тебе большое, добрый мишка. Ты такой труженик. Эх, как же мне теперь тебя отблагодарить? Ну, вообще, я лесной житель и никогда не катался на машинке. Было бы здорово прокатиться. Петрович, как тебе моя посылочка? Вижу в доме идеальный порядок. Молодец, Мишка. На машинке, говоришь, прокатиться хочешь? Сейчас сделаем. О, что это за космолет такой? Ох уж эти технологии, мы в лесу кроме санок ничего и не видели. Такс, сейчас распакуем и посмотрим, что же там за машинка такая. Садись, Мишка, Петрович опытный водитель, тебе понравится. Ох, смотри, Петрович, только аккуратней, я же лесной мишка. П-
Петрович, Петрович, аккуратней! Нашу машинку заносит! Не бойся, Мишка, все под контролем. С Петровичем ты можешь ни за что не переживать. Петька, Петька, не шути, ты немножко тормозни. Ох, Петрович, это было незабываемо! Такого удовольствия я еще не получал. Вот тебе небольшой подарочек от наших лесных друзей. Угощайся! Ой, спасибо тебе, Мишка! Это, наверное, конфетки. Конфетки я люблю. Приходи еще в гости, Мишка! Друзья, а нам пора прощаться. Как там говорится у вас на Ютубе? Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч! Будьте молодцы и всегда убирайтесь дома! Краски и раствор тетрабарбердарданатратнатонатрия. Детский канал мультиигрушки представляет. Всем привет, ребята! Ух ты! Сегодня намечается интересный мультик, потому что я нашел пульт управления. Ой, кажется, в моих глазах что-то засияло. Точно! Смотрите, ребята, оказывается, пульт управления от этой машинки. Вот покатаемся. Привет, Петрович Маркович! Покатаемся, конечно, покатаемся, но сперва, Петька, нам нужно сделать очень интересный опыт. Опыт? Какой еще опыт? Разве машинка это не опыт? Эх, а я-то думал, мы видео про машинку снимать будем. Конечно, будем, Петрович, но чтобы протестировать нашу машинку, мы сегодня сами сделаем кинетический песок. И для этого нам понадобится раствор поливинилового спирта, глицерин, натуральный песочек, краски и раствор тетрабарбердарданатратнатонатрия. Ох, Петрович, русский что ли не учил? Тетрабаратнатрия. Итак, друзья, возьмем раствор поливинилового спирта и нальем его в специальный стаканчик. Добавим немножко зеленого красителя и все тщательно перемешаем. Ух ты! Смотрите, ребята, какая получилась зеленая-призеленая слизь. Кажется, в каком-то опыте мы такое делали. Итак, возьмем немножко води... Петрович, что ты там делаешь? Ты как туда залез, Петька? Элементарно! Нырнул и готово. Зато смотри, как вода изменяет мое тело. Ребята, кому нравится Петрович маленькая голова, жмите лайк. Ох, голова ты голова, Петрович. Итак, нальем в стаканчик водички. А теперь добавим 2 ложечки натрия. Ох, какая тяжелая эта зеленая слизь. И ее нужно перелить в наш стаканчик с водой. Все верно, Петрович. Зеленую слизь мы перельем в стаканчик с водой и подождем 5 минут. Ну что ты, моя хорошенькая, спортивненькая, пультоуправляемкая. Скучаешь, наверное. Ничего, скоро я тебя оседлаю. Оседлаешь, оседлаешь, Петрович. А ну-ка, мы еще не доделали наш кинетический песок. Продолжаем. Ребята, а теперь нам нужно отделить воду от нашего зеленого лизуна. Вот таким образом. Друзья, настало время насыпать в тарелочку песочек и добавить нашу зеленую слизь. Прыг-скок, прыг-скок, размешаю я песок. Прыг-скок, прыг-скок, с пятки на носок.
Молодец, Петрович! Ребята, после просушки у нас наконец-то получился кинетический песок. Давайте посмотрим. Ну, наконец-то наш кинетический песок готов. Одеваем шлем и начинаем тестировать нашу машинку. Ух ты, какая она быстрая! Потише, потише! Мой живот не переносит таких нагрузок! Ну, Петрович, ты же хотел протестировать машинку. Получай. Голова кружится. Давай другой эксперимент. Хорошо, Петрович, другой так другой. Сделаем горочку из кинетического песка и посмотрим, сможет ли Петрович ее преодолеть. Эх, не получилось, надо чуть-чуть быстрее разгоняться. Ребята, а кто поддержит Петровича лайком, тот будет молодец. Ничего, Петрович, говорят, с третьего раза всегда получится. Попробуем. Молодец, Петрович, работа и труд все перетрут. Кстати, а вот еще интересный опыт. Давайте засыпем нашу машинку кинетическим песком и посмотрим, сможет ли она выехать. На старт, внимание, марш! Ух ты, смотри, Петрович, если честно, я думал, она не выберется. А оказалось, машинка очень даже мощная. Помним детство, детвора, формочки, песок, игра, и машинки, и лопатки, слезы, смех, кругом заплатки. Вы, ребята, не скучайте, новый мультик ожидайте. Петрович, я смотрю, ты и формочки умеешь делать, неплохо получилось. Ребята, а вы делали поделки из кинетического песка? Если да, напишите в комментарии. Друзья, ну а если вам понравилось наше видео, давайте наберем 2000 лайков, будьте послушными, хорошо учитесь в школе и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч и пока-пока!